1/100, чемпионат мира юниоров в 2012 году. Таков результат в короткой программе этого фигуриста. Аксель есть, молодец, чисто. Четверной тулуп и двойной тулуп. Тройной прекрасно. Все, молодец, прекрасно исполнил короткую программу. Можно поздравить Алексея Урманова с первой части выступления своего ученика. Короткая программа. Очень чисто, очень сложные, сложные элементы, сложные каскады. Все исполнено. Пятым он был на чемпионате мира среди юниоров сезон 2011-2012 года. Финланд Трофи. Финляндии пятым в соревнованиях и Кубок Ниццы 2019 года шестым. В 2010 году он переехал из Челябинска в Санкт-Петербург. В это время тренируется под руководством Алексея Урманова, олимпийского чемпиона 1994 года. Тройной чисто, смотрим, тулуп. Чисто. И двойной чисто. 4-2. Очень хороший каскад сложный. Абсолютно чистое приземление.
очень хорошее вращение за бушем, хорошая центровка. Очень неплохие оценки должны получить сейчас. 55-21 сотая. Посмотрим. 74-50. Это очень хороший результат.